Всем привет! Сейчас хочу вам рассказать про планшет, который получил совсем недавно. Заказан был на сайте Pandaville. Планшет называется Cube Talk 9X U65GT. То есть, пока планшет отложу в сторонку, расскажу про историю. Заказан был на сайте Pandaville. Вот такая пришла посылка, значит, с пробитой дыркой. Сперва думал, брать, что делать с этой посылкой, потому что дыра серьезная, возможно, мог бы и пострадать сам планшет. Взял, запаковано было более-менее нормально. Если будете заказывать с Pandaville, то просите, чтобы упаковывали посерьезней. Потому что довольно такие серьезные могли быть проблемы. Еще такая вот коробочка. В коробке была макулатура, вот эта вся скрепка для того, чтобы сим-карту вставлять, извлекать. Кабель, зарядка. Зарядка в отдельной коробке была. Не в этой. Так что вот так все примерно. Основное вот у нас планшет. Планшетом попользовался где-то дней 10, потому уже могу делать какие-то выводы. Первое, что впечатлило, что понравилось. Экран. Экран здесь Retina, как утверждает производители, китайцы. Разрешение экрана 2048 на 1536 пикселей. OGS технология, IPS, сенсорный тач. Короче, довольно-таки неплохой. Никаких зерен не видно, пикселей, все в этом плане идеально. Тач тоже работает уверенно. Изначально здесь в этом углу была наклеечка. И наклеена была пленка. Не знаю, это была транспортировочная или что за пленка, не знаю. То есть я аккуратно эту наклейку содрал, спиртом протер. И эта пленка довольно-таки хорошо была наклеена, без пузырей, и получилось ее сохранить. Что из себя этот планшет представляет? На левой грани у нас пусто. Снизу у нас два стереодинамика. Порт USB, микро-USB заодно, и зарядка. Здесь у нас слот под сим-карту. Микро сим-карта, качелька громкости, кнопка питания. Сверху у нас слот под microSD карточку и разъем под наушники 3,5 мм. Сзади камера с вспышкой. Вот пластмассовая вставка. Походу вот эта крышечка у нас алюминиевая, потому здесь применена пластмассовая вставка, чтобы работали беспроводные устройства. Спереди у нас нет абсолютно никаких кнопок, есть только камера и датчик освещенности. Итак, что вам сказать, что понравилось, что не понравилось. Понравилось практически все. Wi-Fi держит очень уверенно. То есть до этого был планшет Cube 30GT. В тех местах долго им пользовался. Знаю, где не принимал Wi-Fi. Этот планшет спокойно себе работает. Довольно-таки уверенно. Датчик освещенности. Работает. Не знаю. Видно вам будет или нет, но с ним проблем нет.
ставлю максимальную яркость. Значит, дальше что у нас потихоньку? Процессор. Процессор здесь стоит 8-ядерный MTK8392. Это как бы всем известный 6592 процессор с 8 ядрами Cortex-A7, частота 1,7 ГГц. Но только в каком-то варианте, якобы для планшета. Значит, оперативной памяти 2 ГБ, встроенной 16 ГБ. Честно сказать, в этой производительности, ну, как по мне, предостаточно. Значит, что еще? Про производительность в играх сейчас чуть дальше поговорим. Значит, телефонный модуль. Вот возьмем, допустим, позвоним куда-то. Здесь стоит карточка Киевстара. То есть нормально можно разговаривать. Громкость, конечно. Громкость, конечно, не очень, но можно, учитывая, что это не телефон, а так позвонить можно. Значит, ну, датчик ориентации, или чего ориентации, как-то сказано, положение работает корректно. Так, что еще по поводу датчиков? Есть здесь датчик GPS. Кстати, установил на Vitel навигатор. Холодный старт занимал, ну, может, это потому, что был подключен к интернету. Холодный старт, ну, максимум 10 секунд, и сразу из окна 6 спутников словило, точно определило местоположение. Как бы все в этом плане нормально. GPS работает очень хорошо. Так, камеры. Камеры, ну, фронтальная камера, тут 2 мегапикселя. Не сказал бы, чем-то она замечательна. Вот задняя камера довольно-таки неплохая, с автофокусом. Фотографирует неплохо. Так, в принципе, так особо сказать нечего. Ну, попробуем Antutu. Antutu я как бы провел тест. Я вам покажу. Набрал этот планшет 30 117 баллов. Значит, ну, как бы уровень чуть выше HTC One. Не дотягивает слегка до LG G3. Ну, конечно, если посмотреть этот рейтинг, то тут китайцы заполонили полностью. Среди именитых производителей здесь только Samsung и Google Nexus. Все остальное Meizu, Xiaomi, ну или там по-разному называют этот бренд, Huawei. Так что китайцы скоро впереди планеты всей будут. Значит, по поводу, не знаю, видно вам будет или нет, по поводу того, что здесь определило Antutu. Значит, модель U65GT, Android стоит 4.4.2, 32 бита, процессор 8392, графический ускоритель Mali 450, экран все правильно как заявлено, определилась камера 8 мегапикселей, ЗУ, ну, 2 мегабайта, грубо говоря, встроенная память, ну, ориентировочно можно сказать, что 16 гигабайт. Дальше. Дальше как бы особо сказать уже нечего. Все это такая информация, которая нас мало интересует. Так. Ну, по поводу производительности, давайте лучше всего это проверить в играх. Возьмем, допустим, игру Beach Buggy для начала. Делаем чуть меньше звук, чтобы он... Так, ну и попробуем сразу поехать.
сразу скажу, что в такие игры не люблю играть с помощью наклонов, лучше касанием к экрану. Потому что планшет все-таки, не сказал бы, что он тяжелый, но планшетом вертеть напряжно. Вот тут у нас через мультитач. Все как бы работает. Все красиво, ничего не тормозит. Проработка теней на максимальных настройках, можно сказать, просто летает. Ну ладно, это мы посмотрели. Давайте теперь попробуем более такую игру посерьезней. В основном говорят, если эта игра идет, то значит производительность нормальная у устройства. Это у нас Real Racing 3. Подождем, пока он загрузится. Ну, так скажу вкратце. Я уже как бы пробовал, играл. Тоже никаких подвисаний я не замечал. Абсолютно. Ждем, пока загрузится. Грузится, расскажу, что в Украину приехал он, заказан был на сайте Pandaville, была акция там счастливый час, типа удалось купить за 176 долларов, то есть цена как для такого устройства, ну просто идеальная. Ну конечно, учитывая курс сегодняшний, оно в национальной валюте звучит не очень, но в долларах цена неплохая. Ну, попробуем какую-то гоночку для начала. Вот надо выбрать серьезный вот кубок, допустим, чтобы было там много машин. Посмотреть, как производительность будет у этого планшета на высоте, или чтобы вы не верили мне на слово. Ждем грузится. Настройки выставлены самые максимальные, то есть выше уже некуда. Вообще на сайте Pandaville было указано, что эта модель набирает 40 тысяч попугаев вон тут, но как оказалось, это не совсем так. Но оно и понятно, экран большого разрешения. Можно было, конечно, с китайцами поспорить, но вещь неплохая, потому спорить не будем. Давайте попробуем проехать. Вот у нас, несмотря на то, что куча машин, куча ботов, планшет спокойно это все держит, обрабатывает. Только я как-то туплю. Уже мог обогнать их. То есть вы видите, абсолютно никаких проблем для этого процессора. Конечно, я думаю, для такого разрешения экрана этот процессор слабоват, но как бы все нормально. Значит, было как-то, играли в эту игру очень долго, ну не я один, я чуть-чуть поиграл, потом еще кто-то. Хочу сказать про батарею. То есть вот в режиме игры в Real Racing 3 планшет продержался, ну, хороших 7 часов. Это тоже, по-моему, очень хорошо. Не нагрелся. Слегка теплый был. Ну, пожалуй, закончим это. Пробуем отсюда выйти. Ага, не так просто. С
батареей при первой зарядке была небольшая проблема. Сейчас я вам расскажу. Значит, ну, приехал планшет, на нем был заряд примерно 60%. Начали его садить полностью. Посадили, поставили заряжать. Примерно до 4% посадили. Начали заряжать, он ну, не хотел заряжаться ни в какую. Пришлось его там чуть ли не сутку держать, чтобы он набрал тех 100% нужных заряда. Зато после этого, наверное, батарея пришла в себя и, ну, заряжается часов за, ну, 5-6. Ну, как бы на ночь ставить его, и пока он в напряженном режиме работает, дети, игры играет, и как бы на день его не хватает. Но я думаю, что если обычно им пользоваться, то заряда батареи хватит дня на два. Так, что еще вам рассказать такого? В принципе, все основное рассказал. Особо тут добавить нечего. Скайпы работают с камерой, все. Интернет тоже нормально, сайты открываются. Допустим, зайдем на сайт Pandaville. Вот, у нас тут сразу есть страничка с этим планшетом. Вот, пожалуйста, $184 стоит. Быстро все открылось. Проблем абсолютно никаких. Так, по характеристикам, может, что-то я забыл, сейчас вам скажу. Так, ну, процессор сказал, память сказал, экран шикарный. Не знаю, правда, не было солнечных дней, чтобы проверить, как на солнце он, но я думаю, должен работать серьезно. Значит, ну, GPS, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, OTG, это все как бы по умолчанию. Батарея здесь 10 тысяч мАч, ну, по крайней мере, так заявлено. По большому счету, вот то, что я заметил, здесь нет порта HDMI. Ну, как бы, не такая тоже большая проблема. Так, в принципе, планшет за свои деньги я на сегодняшний день, ну, как бы, не видел. Если бы, конечно, курс еще был по 8 гривен, это он бы стоил 1500 гривен или того меньше. Это просто шикарно было. Ну и, в принципе, все. Всем спасибо. Понравилось — ставьте лайк. И еще хочу сказать, что снималось это все на камеру SJ Cam SJ 4000. То есть, как бы, можете тоже оценить, довольно популярный девайс, можете оценить качество видео. Все, всем спасибо.